чугунным. Вот точно таким же образом, только белый классический, не затарывает. Наверное, с массажным... Да там нету ничего. Ты что, джакузи уже собрался, что ли? Черную с массажем. Это джакузи, это не ванна. Лучшая джакузи — это русская баня. Там тебе и отхерачат. И выпить дадут. Только те, у кого вегета со слизистой дистонии, баня — это роскошь. У меня никакой дистонии нету, но у меня баня тоже. Да, но сосудом у тебя тоже от бани не очень хорошо. Ну, я вам просто сознание теряюсь. Ну, правильно, сосудом плохо. Пострадает ВСД, для того баня роскошь. ВСД — это что? Гетсосудистая дистония. Они говорят, что от этого есть лекарство. Врут собаки. Клизматрон. Да, я видел. Я не могу понять, ее восстанавливают или ее раскрасили так? Блин, я боюсь, надо смотреть, какие машины выкрутят, посмотреть, в каком они состоянии. Это, наверное, хуею от их вида. Там это еще зазорчики померяют. Какие зазорчики? В смысле, то, что две свечки я уже подгибал. Да, уже ни хрена не осталось. Мне больше всего понравится в конце, как они его заведут, блядь. Кстати, вот эта штука стоит 2500. Блин, я очень хочу. Всё, ключ. Зачем нам динамометрический? Не знаю, он дорогая. А где логика? Если это дорогая вещь, значит она нам нужна. Ну, потому что ее можно продать, наверное. А, вот тут уже хорошая смесь. Ну, тебе вся логика. Простая русская логика. Есть, можно продать. Подороже. 15 атмосфер у него. У меня в каждом цилиндре, сука, 15 атмосфер. Опс. Что? Что?
Антихрист просто чистит очень хорошо. Просто на две части. Сейчас понравится, как они заводить будут. Смотри, как вы колбасили бы. Не знаю. Соленки новые выдержали. Очень прикол. Я сегодня кому-то отдала документы со своей кровью. Когда ты поехал? Чёрт, порезалась в очередной раз. Ну да, я когда с коробки снимала бумажки, я ножом все случайно в палец ткнула. Ой. И кому-то отдала эти накладные с кровью. Ко мне приходили накладные с бетоном, с кровью, с соплями. Да, с отпечатками ботинка, да, это что? 43 размер, сравнивал. Сравнивал? Ну да, я тоже по нему потом прошелся. Невезучий документ был. А, ну, отпечатки кофе, соответственно, чая, молока. Кофе, чай, молоко, класс. Чё это бутерброд был, потому что были крошки явно, не знаю, там, короче говоря, мне, я говорю, благо, что тот сзади сегодня не подпирает, это хорошо. Ну да, осталось только. Блин, стоит Эрин, который нужно уже покрасить просто. Тебе вообще в первую очередь, по идее, нужно копейку покрасить. Чтобы мог копейку с пустыми руками почти тройку крыть. Почему тройку? А почему мере? У него цветов больше. Уверенно. Ты сам сказал, что ваза будет красить проще, потому что там по одному цвету. Ну я люблю сначала сложное сделать, а потом ее... Это ни хрена там все будет. Я говорю, я сначала люблю сложное делать, потом легкое. Хотя ни хрена не будет с ним все так легко и просто. Я их залью, конечно. Зальёшь? Стоп, а вам решетки ведь все-таки нужно закрашивать в какой цвет? В весь или в черный красить? Черный. Блин, черный, это тоже обклеивать сидеть надо, ёпти. Так тебе там обклеить один квадратик. Галя, если бы у меня был профессиональный малярный скотч, я бы обклеил. Начинается. А мне это вообще должно ходить, я не смотрю. А, да. Все зависит от погоды. Вс
кстати, блин, я думал сегодня я пришла, вроде было нормально. Чуть посидела чуть-чуть, и солнце исчезло, и все. Ну вот, я тоже такой на улице смотрел, радостно. Ура, наконец-то. Такой, да, сейчас шикарно захерачу все по этой времени за один раз. И потом я уже начал собираться. Покушал, смотрю в окно, а там пасмурно, я такой, блин, и ветер поднялся, такой, для меня это вообще зашибись, особенно в гараже, ветер, это будет просто космический эпик по количеству грязи в кузовах. Самое главное, чтобы черная краска не засохла, вот это, туда и синяя заодно. Синяя-то одна новая есть, я точно знаю. О, да, когда фейл. Ну да, даже не открытая. Красная? Да, черная. Притом, ну я не очень много расходовал, но, блин, она сколько, уже полтора года? Ой, какой-то уже был. Ой, да ты бы проверил, а то, ну, может, они уже даже и не это. А, ты синий убивал на это? То синий мне на галинку уже крутнуло. Хорошо, спасибо, что предупредил. Это я так вот. А второй тебе осталось, да? А, не осталось, все, выкинули. А там грунт остался еще? От меня убежали нитки. Вот зашибись, там грунт остался. Белый, да, притом? Да нет, грунта было много. Так, а на что-то я себе хотел грунт. Ну что? Все, я вспомнил, на что я грунт хотел. Я думал все-таки ободрать. У меня останется вот эта блестящая зеленая краска, то трофи перерисуется в нее. Нифига себе. Да, моя трофи. Нет, не трофи, кстати, моя трофи. Кровь. Зеленый. Ага. Давайте я сейчас. Хочешь, я тебе расскажу?